В первом полугодии спрос на кредитные каникулы у тверичан сохранился. Они получили отсрочку по почти 2500 кредитов на общую сумму около 1 миллиарда рублей на условиях банковских программ. А еще по 42 кредитам на 47,5 миллионов рублей согласно условиям кредитных и ипотечных каникул. Таковы данные регионального управления Центробанка. Для оформления отсрочки нужна уважительная причина. Существенное снижение дохода, потеря трудоспособности или мобилизация. Ранее такую меру ввели из-за пандемии и санкций. С 1 января 2024 года механизм кредитных каникул становится постоянным. Теперь их взять на срок до полугода можно будет по любым судам, если доходы человека снизились больше, чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или заемщик пострадал в чрезвычайной ситуации, поясняют в Центробанке.